Алло, я вас слушаю. Высокопоставленный сотрудник полиции Барнаула занимался тем, что незаконно прослушивал телефонные разговоры местного предпринимателя. Всю информацию правоохранитель передавал заинтересованным лицам. Сейчас ему предъявлено обвинение. По версии следствия, в августе этого года начальник отдела полиции, вопреки запретам действующего законодательства, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, не имея соответствующего решения суда, незаконно получил сведения о телефонных соединениях абонентских номеров местного предпринимателя. Подробности громкой истории раскрыли краевые следователи. Именно специалисты этого ведомства занимаются расследованием уголовного дела. Игорь Варнавских, а именно так зовут обвиняемого, занимал должность начальника отдела полиции индустриального района Барнаула. Пользуясь служебным положением, мужчина вел прослушку нескольких зданий. Преступление раскрыли оперативники регионального ФСБ. Сейчас Варнавских арестован, в его доме был проведен обыск.